Ну, конечно, у нас каскадеров осталось очень... Очень мало. Это, конечно, профессия, но... Редко требует от нас крепких нервов и хорошего отличного духа. Посмотрим на людях, как. Так нет, ничего. Что делает там? Что здоровье? Конечно, знаете, когда прыгаешь с крыши домов, там, вскакиваешь с седла и сталкиваешься с автомобилем, испугался. С автомобилями. Конечно, трудно получить полное удовлетворение. Ну, я, так сказать, привык себя давать работу целиком. Ну, иногда, конечно, приходит по частям. Вот, наверное, я снимался. Мальчик, ты что смеешься? Смотрим в фильме «Если женщина в русских фильмах». Я там работал в эпизоде «Коняновска Хопса нулит в грязь визгу». Как бы. «Коняновска Хопса нулит, я сам путит рукой». Видите, на людях не идет надо. Вот, в «Горячую избу» я тоже первый зашел, потом мне, правда, первый... Я смотрел фильм. Мини-фильм. Конечно, дроба с отпорком. Могло мне в первых 6 дублях, когда меня дедушка бил. А потом еду сюда. И работу люблю. Большое спасибо. До новых встреч.